Кинокомпания Warner Brothers представляет. Мел Гибсон. И Дэнни Гловер. В фильме Ричарда Доннера «Смертельное оружие». В фильме также снимались Гэри Бьюзи, Митчел Райан, Том Эткинс, Дарлин Лав, Трейси Вулф и другие. Компания Warner Brothers представляет «Смертельное оружие 2». Как мне нравится эта работа! Ты можешь... Я не собираюсь быстрее! Это новая машина! У тебя 65 миль в час! 65? Черт! Кинокомпания Warner Brothers представляет. Производство Silver Pictures. Киностудия Warner Brothers и кинокомпания Carmen Premier представляют. Смертельное оружие 4. Угол 6 и 47 пожар 3 категории. Все полицейские патрули стягиваются в этот район. Рикс, ты уверен, что это здесь? Да. Да? Что-то уж больно.